Зампред Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов осмотрел стелу «Населенный пункт воинской доблести» в Кубинке. Она была установлена в прошлом году, однако жители неоднократно жаловались на качество проведенных работ. В ходе осмотра было выявлено, что скамейки и фонари смонтированы некачественно, газон уложен ненадлежащим образом, есть сколы на плитке. В связи с этим Олег Рожнов направит запрос в адрес заказчика, чтобы подрядчику было предписано устранить имеющиеся недостатки и замечания.